Господин адъюнкт, по высочайшему позволению, вы должны просить у нас прощения за недостойные и придержанные слова. Только в этом случае мы допустим вас в заседание академической конференции. Прощение? У вас? Да, у нас. Вы должны извиниться. Что ж, я извинюсь перед вами в своем недостойном поведении. Как того требует высочайшее повеление. Но вам ведь хочется, чтобы я не только извинился, но и изменился. Так вот, я извиняюсь, но не изменяюсь. Я буду по-прежнему вести баталии за торжество российской науки. Но только другим манером. Ну? Хватит мальчишества. Не капризничай, пей. Ни кулаком и криком я их теперь буду бить.